Всем привет! С вами я, Банза 2003. Во-первых, у меня синий язык. Давайте оставим это без вопросов. Я выпил Powerade, он красит язык. Второе. Кажется, я нашел своего главного хейтера на YouTube. По совместительству главного хейтера в Майнкрафте. Банзая 2003. В сегодняшнем видео мы будем делать разоблачение на Банзая 2003. Человека, который знатно потрепал мои нервишки. Я нашел его канал на YouTube. Огромное вам спасибо, вы у меня настоящие детективы. И тут он выпускает видосы. Я сжег дом Пози в Майнкрафте. Хэштег Пози, посмотри видос. Читаю ваши агрессивные комментарии 1. Читаю ваши агрессивные комментарии 2. Я построил дом Пози. 1000 подписчиков, покажу ли я свое лицо. Простите меня за все, что я вам сделал. И прямо сейчас у него идет стрим. 85 зрителей. Давайте так, прежде чем мы залетим на стрим, мы посмотрим, что он вообще выпускает. И настоящий ли это бонзай. Я сжег дом Пози. Блин, мне страшно. Такая грустная музыка. С вами я, Банзай 2003. Сегодня мы поговорим о Пози. Да, я тот самый хейтер, который сжег его дом. И как же все было? Я хотел с ним сняться видео. Мы с ним хотели построить аквариум. Но потом я решил затроллить Пози. И украл все вещи и ресурсы. После этого я начал вставлять таблички и писать всякую херню. Я, значит, отправился в ад и начал вставлять таблички. Вставлять? Есть такое слово «вставлять»? Может, ставить? Начал его троллить, и он шел по ним. Затем я быстро вышел из ада и ждал. Не в смысле он вышел из ада, а из ада, окей? Хотя, кто знает, это же мой хейтер. Я сейчас расплачусь. Под такую музыку. После этого он возвратился назад домой, и я начал поджигать. Ну а дальше... Вы все знаете... Какой у меня забавный крик бывает. Нет, 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 нет! Блин, мне стыдно, что я так кричу, если честно. Ну да, да, такое бывает, что поделать. Короче, он просто ставил фрагмент из моего ролика. Будет что-то в конце, как вы думаете? Вот сейчас смотрю этот ролик, и мне стало очень стыдно. Теперь я обращаюсь к Пози. Пози, прости меня. Подписчики Пози, простите меня. Я надеюсь, вы меня поймете. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Итак, под этим видео 6500 дизлайков и почти что 3000 пальцев вверх. Скорее всего, 3000 лайков поставили мои хейтеры под этим роликом. Но что-то мне подсказывает, что это не настоящий Банзай. Мне кажется, что это просто какой-то чувак, который решил похайпить на нике Банзая. Читаю ваши агрессивные комментарии. О, нет! Кажется, мы сейчас услышим его голос. Да! Я ждал этого момента! Сейчас мы услышим, как звучит Банзай 2003. Кто он на самом деле? Вдруг это Альберт, а? Вот неожиданно. Или Демастер? Может, кто-то из моих друзей? Нет? Нет. Приготовьтесь. Держитесь за кресло крепче. Ну или за стул. Или на чем вы там сидите? Может быть, вы на туалете сидите? Так что хватайся за толчок и слушай внимательно. С вами Банзай 2003. Сегодня я буду читать ваши комментарии. Под этим роликом набралось до хера дизлайков. Я сжег дом Пози в Майнкрафте. 56 дизов? Стоп! У него еще недавно было 7 подписчиков! Нифига себе! Столько агрессивных комментариев! С грамматикой все хорошо. Подор, что ты сделал? Он тебя позвал в Майнкрафт, а ты ему сжег, там дебил. Ты еще и снимаешь видео. Ти, пудр. Не знаю, что это может значить, как вы думаете? Я не знаю. Банза. Вот это хэштег, конечно. Банза и ублюдок. Ну ок, давайте я буду на них отвечать. Тот дом, который сжег, его можно построить за 1 час, 2 часа. Да он же нуб. Он меня начинает оскорблять в этом видео, да? Байтит, байтит моих подписчиков на дизлайке. Захотелось. Так он же вначале извинялся, а теперь пишет, что ему просто захотелось сжечь мой дом. Смотри, вот пишет подписчик, зачем ты поджег дом Пози? Он же старался, строил этот дом, он что тебе сделал? И смотри, что он отвечает. Захотелось. Скобочка, скобочка, скобочка. 3 скобочки, это, знаете, такая злобная ухмылка на его лице. Ты тупой, Банзай. Писать научись. А, ты сам писать научись, Банзай. Там столько агрессивных комментариев. А? А, съел, да?
Спасибо за подписку. Ну, люби дальше. Короче, какой-то бред. Он просто под музыку писал какой-то текст. Непонятно ничего. Давай дальше посмотрим. А, вот смотри, у него ролик идет. Следующий сразу же. Читаю ваши агрессивные комменты. Опять под музыку? Что ты делаешь? Студенческий билет. А, типа он студент. Он показывает, что он не школьник. Лицо я не буду вам показывать, это все потом. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, давай что-нибудь поинтересней. Я построил дом позе. Всем привет. Итак, давайте мы с вами сейчас порассуждаем логически. Вначале он извиняется, что сжег мой дом. Затем снимает ролик, где отвечает моим подписчикам, что ему просто захотелось сжечь мой дом. То есть как бы начинает их подагривать. Затем строит мне дом. И скорее всего потом будет опять хейтить меня. Что за дом он построил? О, рыбки. А, он построил точную копию моего дома. Да ладно! Нифига себе. Но ты в креативе его строишь. А я-то строил его сам, понимаешь? Без креатива. Ну да, это точная копия, правда, ты немного перепутал. Совсем капельку. А значит, что? Давайте-ка еще раз посмотрим, что он сделал с моим домом. О май гад! Бонзай 2003, ты что, не знаешь, как выглядит мой дом? Так. Попахивает фейковым Бонзаем 2003, который просто решил похайпить. О май гад! Он решил набрать аудиторию и открыть свой сервер в Майнкрафте. Грязно, очень грязно. Что он пишет в сообществе? Пи***ц, блядь, я больше никому не буду давать админки из-за этого. Все старались, строили дома, но нет, блядь. Решили загриферить и отомстить мне за позе. Типа, ему разломали сервер, мои подписчики. Так ты же сам позвал моих подписчиков к себе на сервер. Фейковый Бонзай 2003, потому что построил не настоящий дом. 1000 подписчиков, покажу ли я свое лицо? Дом позе восстановлен. Не восстановлен. Неправильно! Неправильно ты все сделал. Ну ладно, может быть я сошел с ума, но давайте с вами посмотрим еще раз на гостиную. Смотрите, вот тут кровать, тут у меня сундуки. Оу, да ты реально неправильно все это дело повернул. Смотри, какое расстояние большое, как неэстетично. Не очень, конечно, но я старался, хех. Лестницу не там поставил. Да, ты даже не знаешь, как выглядит мой дом. Это что, шутка какая-то, что ли? Может быть, он просто пытался сделать пародию на мой дом? Что это такое вообще? Это явно не мой дом. Я что-то его даже не узнаю. Это такая, знаете, легкая копия моего дома. Вход в мой зверушник немного правее находится от улья. Далее, спуск вниз находится у меня с правой стороны от лестницы, которая находится ближе к стене. А судя по твоему ролику, эта лестница просто в середине дома где-то. Также слишком большой стол. Реально очень большой. Ну как вам? Ну такое, знаешь, мой дом уютней. Ребята, вы готовы? Простите меня за все, что я вам сделал. Сейчас будем смотреть ролик, где присутствует голос Бонзая. Всем привет, с вами я, Бонзай 2003. Не-не-не-не-не-не-не. Еще раз. Всем привет, с вами я, Бонзай 2003. Нет! Я представлял Бонзай 2003 себе как-то по-другому. Более злобно. Я думал, что у него голос примерно такой. Всем привет, с вами Бонзай 2003, и сегодня я вам покажу, как сжечь дом Пози, ну а также подорвать весь его дом. Я насрал ему в конюшню и сбежал. Что-то меня немного занесло. И это последнее видео про Пози, надеюсь... Меня все простят за все, что я сделал. Ну мы тебя почти простили. Ты как Ферамир. Вначале агришь, потом извиняешься. Потом опять агришь, потом опять извиняешься. Таким образом, ты отталкиваешь аудиторию от себя, дружище. 4000 лайков, 3000 дизлайков. Не понял. Я очень сильно сожалею о том, что я сделал с домом Пози. У меня сейчас эмоции просто на глазах. Недавно вышло новое видео от Пози, где накатил очень много дизлайков. Ну, зато набралось хотя бы 2000 подписчиков. Хотя бы 2000 подписчиков, плюс 2000 новых игроков на мой сервер. Да и вообще, я не настоящий Бонзай 2003. Ну, я просто чувак, который решил похайпить.
Ладно, давайте я вам раскрою все карты. Чуваки, это 100% не настоящий Банзай 2003. Знаете почему? Потому что у этого чувака ролики выходят с запозданием почти что в 5 дней. Сегодня в этом ролике мы немножко поговорим о том, что я натворил. Что ты натворил? Взорвал мой дом, взорвал мои фермы, построил огромный подземный туннель до своего замка, пытался меня убить в своем замке, сбежал куда-то в лес, первый раз сжег весь мой дом вместе с моими питомцами, украл у меня ресы раз, украл у меня ресы два, ну как бы, да! А так, в принципе, ничего такого. Там просто пшеничку посадил. Действительно, очень грустно. Мне прям очень стыдно при вас это все говорить. Надеюсь, вы меня поймете. Да не поймем мы тебя. Вот ты записал ролик с извинениями, а потом опять устроил апокалипсис в моем реалмсе. Это в очередной раз доказывает, что это фейковый Банзай. Что же я хочу сказать? Мне действительно очень грустно, что у меня столько хейта набралось, очень много дизлайков. Очень много. Очень много хейта. Очень вот много. Вот сейчас многие, сейчас ютуберы будут на меня снимать разоблачение. Какой я дебил, какой я лох. Нет, нет, ты не лох, ты не дебил. Ты создал канал с ником Банзай 2003. Мои подписчики после просмотра тех видеороликов, понятное дело, начали искать этого Банзая загадочного. И ты тут как тут. Хоба! 888 уже подписчиков, ничего себе. Плюс соточка, пока мы с вами смотрели его видосы. Это, конечно, ужасно, очень плохо. Я надеюсь, что вы меня все поймете. Я сегодня играл с Пози. Да, я опять на него бомбанул в конце ролика. Ну, если кто не в курсе. Курсе, курсе. Я надеюсь, что вы меня поймете, что я больше так делать не буду. Ребят, завтра выйдет новая серия, вы просто офигеете. Если я так и буду дальше продолжать делать, то я обещаю, что я удалю свой канал. Если я буду кого-то грейферить, то я обещаю, я удалю свой канал. Пора удалять! Ребят, вы понимаете, что мне сейчас фигово просто это говорить? Актер уровень Ди Каприо. Мне действительно сейчас... Дожимай драму! Как это говорить? Потому что это... Жми ее! Столько много хейта в мою пользу. В твою пользу, правильно? Это как-то плохо. Очень хорошо, это так хорошо. Буду дальше рекламить свой сервер. Мне 17 лет, и я обращаюсь к Пози как, не знаю, как 7-летний школьник. Я надеюсь, что вы меня все поймете. Я обещаю, что такого больше не будет. Я даже при вас это сейчас говорю. Я клянусь, что я больше не буду придрагиваться к Пози. Щет. Это забавно. Моя реакция на видео Пози. Отомстил хейтеру в Майнкрафте. Что он делает там, а? Он мои вещи собирает. Он прям в наглую собирает мои вещи. А, нет. Он просто сидит и смотрит мой ролик молча. В чем прикол? Мои волки атакуют его. Волки, взять его. Скажи а, что-нибудь. Не-не-не-не-не-не. Он убил моих волчков. Ах ты, просто взять его. На. Меня конце бомбануло прям конкретно, давай, поэтому давай, я и написал за такой ним, коммент. За мной! Я хочу, чтобы именно они убили его. Подорвался. И как он это прокомментирует? Ты лох, бесишь и покинул игру. Мне стыд просто, стыд. Ну, я уже все, я больше так обещаю не буду делать. Точно, точно не будешь. Надеюсь. Пози меня поймет, и я так больше делать не буду. Ну что ж, ребята, меня терзают сомнения. Что-то мне подсказывает, что это фейковый Банзай. Потому что он выкладывает эти видеоролики с реакциями на то, что я уже выпустил давно. Либо он выпускает просто реакцию, он даже не снимает то, как он гриферит мой дом. Построил мой дом. Такая себе примазочка. Не круто, не круто. А давайте мы сейчас с вами задонатим Банзаю 2003. Я написал сюда: я знаю, что ты фейк. Посмотрим на его реакцию. Я закинул этому фейку 1000 рублей. Сейчас напишем ему. Фейк. Ну чё, серьёзно? 1000 рублей? Мне Пози задоначил 1000 рублей. Пози, ты серьёзно? Пози! Спасибо за донат. Спасибо за донат. Ёпарасоте.
У меня просто сердце сейчас отвалится. Так я ему пишу, смени ник на ютюбе. Нет, это у меня такой шок. 1000 рублей, 1000 рублей, ё-моё. Хотя я не знаю, это может быть и фейковый пози, но это еще неизвестно. Если это реально пози, то я в шоке был. Зачем ты обратно троллишь пози? Он ведь теперь не может в одиночную игру зайти. И ответьте, это закончится хорошим концом? Ну, вы все узнаете в конце. Понятно все с ним. Playtime.